Оператор электронной торговой площадки Asia Europe Exchange поможет нарастить экспорт белорусских товаров в Китай через белорусскую универсальную товарную биржу. Речь не только об информационной поддержке, помощи в организации деловых мероприятий, но и о непосредственном привлечении на биржевые торги китайских импортеров. В БУТБ сегодня аккредитованы свыше 120 резидентов КНР, в том числе один со статусом биржевого брокера. По итогам первого полугодия сумма их сделок увеличилась на 29% до 26 миллионов долларов.